Премьер Греции Алексис Ципрас сформировал новое правительство с участием правой партии «Независимые греки». Основные полномочия сконцентрированы у четырех больших ведомств. Это Министерство внутренних дел, экономики, производственной реформы и энергетики. Общий план работы кабинета Ципраса – отмена непопулярных мер экономии и списание госдолга страны. Новый министр финансов Янис Варуфакис занимает крайне жесткую позицию в отношении кредиторов государства. Свою основную задачу он видит в реструктуризации внешнего долга Греции в размере 240 миллиардов евро.